Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу вам рассказать об одном проекте. Проходит сейчас IDO, поэтому, кому интересно, ссылка будет в описании. Изучайте информацию самостоятельно, потому что здесь их довольно много. Я вас ни к чему не призываю. Инвестировать в проект — это уже на ваше усмотрение. Но хочу отметить, что уже у проекта собрано больше 2 миллионов долларов, но сейчас еще IDO продолжается, поэтому еще будут собирать деньги для развития этого проекта в дальнейшем. Всю эту информацию можно проверить на официальном твиттере данного проекта ArenaPay. Здесь у нас практически 53 тысячи фолловеров. И вот у нас есть информация, на этом адресе у нас уже собрано больше 2 миллионов USDT. Поэтому для развития уже у проекта деньги есть. В принципе, это хороший старт, чтобы дальнейшее начать развитие этого проекта, строить уже, тестировать данную платформу и уже потом внедрять, чтобы уже люди могли пользоваться. Твиттер у них, в принципе, активный, есть, часто делают посты, проводятся различные эмма, сообщается, что уже есть успешное прохождение аудита от Certiq, нужно будет заходить еще смотреть. Поэтому, друзья, вам на рассмотрение, смотрите, изучайте, анализируйте, а потом уже принимайте решение после своего анализа. Что это за платформа? ArenaPay стремится создать инфраструктуру на основе блокчейна для таких индустрий развлечений, как игры, киберспорт, NFT и метавселенная. Будет включать в себя различные платформы, которые являются одновременно глобальной и международной. ArenaPay создает платформу для разработчиков, уделяя особое внимание надежности и прозрачности. Здесь также будет подпитываться различными вознаграждениями данная платформа, чтобы активно развивать ее. Также будут рекламные акции, которые будут стимулировать пользовательскую базу и, следовательно, повышать ценность токена ArenaPay Coin. И недавние прогнозы показали, что скоро появится рынок NFT, более глобальный, что вызовет всплеск популярности соревнований и развлечений в метавселенной. Это особо актуально для развивающихся регионов, таких как Азия, Южная Америка. И поскольку ArenaPay будет развиваться в метавселенной, ожидается, что игроки, которые будут здесь привлечены, могут свои вложения удвоить или даже утроить. Это будет все в течение 1-2 лет. Различная информация есть на сайте About Us. Можем все вверху прокликать. IDO. Можем переходить покупать. Видим, что у нас уже Total IDO. Довольно большая сумма и уже участников больше 4000. Цена IDO составляет IDO Price 0.30 центов и мы можем покупать на $300 USDT. И здесь у нас будет баланс, когда мы прикупим. И здесь кнопочка «Забрать». Окончание у нас через 2 дня 6 часов. Вот минимальная покупка, здесь уже все проставлено. И за $300 мы получаем 1000 токенов. Для того, чтобы купить, подключаем свой кошелек MetaMask. И потом уже можно производить оплату. Для этого нужно, чтобы у вас на балансе было 300 USDT. Вот таким вот образом, друзья. Но напоминаю, что это не рекомендация. Я просто делаю обзор, а решение, конечно же, за вами, потому что это ваши финансы. Инвестирую в данный проект или нет. Потому что все может быть на крипторынке. Мы можем заработать здесь, а можем и потерять. Поэтому это все сугубо индивидуально. Здесь у нас есть также токеномика. Видим, что у нас максимальный supply будет 100 миллионов токенов, тикет данного токена. И токен, конечно же, будет построен на Binance Smart Chain. Для ранних инвесторов 2% выделено, институционалы 10%, IDO 20%, консультанты 5%, фонд маркетинг 5%, техническая команда 5% и экологическое приложение 43%. Видим, что здесь у нас есть правило IDO, что мы можем покупать на $300, 5 кандидатов дают вам право увеличить до 1000, если будет 10, то до $2000. Есть внизу у нас дорожная карта. Началось все у нас с первого квартала 2022 года, второй квартал, третий квартал, и видим, что у нас на четвертый квартал, у нас дальнейшее развитие экосистемы, то есть у нас будет дальше все здесь расписано. Есть еще у нас карта на 2023 год, выпуск пользовательского интерфейса экосистемы Open 2.0, откройте вход DAO для 1000 сообществ по всему миру и начните совместное создание экологической модели. Второй квартал у нас еще будет выпускаться NFT. И уже сам выпуск данной платформы у нас запланирован на четвертый квартал 2023 года. Выпуск метавселенной ArenaPay. Интеграция держателя NFT в метавселенную. Видим, что у нас множество партнерств. Даже есть AliExpress, Amazon. И здесь еще есть ответы-вопросы и социальные сети. Социальные сети довольно крупные. Twitter у нас там 53 тысячи. Telegram, друзья, у нас 96 тысяч. Довольно много. Если какие-то вопросы интересуют вас по поводу этого проекта, я советую обратиться в группу и спросить уже у админов.
или же можете написать мне в комментариях, я потом, возможно, отвечу сам, а возможно, перенаправлю вопрос к админам данного проекта. Гитбук. Здесь у нас довольно много информации, советую с ней также знакомиться, потому что здесь довольно подробно рассказано о проекте, рассказано о тенденциях рынка, какие мотивы сподвигали, чтобы создать данный проект и как на этом будет все зарабатывать данный проект. Общая тенденция, но здесь больше такой информации для глобального понятия, что происходит в мире, да, в рынке, какие тенденции, что нужно предпринимать, чтобы зарабатывать на этом крипторынке. Поэтому, друзья, советую сюда же быстренько залетать и ознакомливаться с информацией, а потом уже принимать решение, что вы будете делать, участвовать вам в IDO или нет. Видим, что есть специальная команда с такими аватарками. И немного расписано о этом человеке, чем он занимается, какая его специальность. Здесь у нас партнеры, снова дорожная карта, предупреждение о рисках обязательно, потому что здесь связано с инвестированием. И прежде чем инвестировать, нужно здесь ознакомиться, а потом для себя сделать вывод. Поэтому, друзья, ссылка будет в описании, переходите, смотрите, ознакомливайтесь. На этом я буду заканчивать. Пишите свое мнение, что вы думаете о данном проекте внизу под роликом, в комментариях, мне будет интересно почитать. Также пишите свое мнение, сколько мы сможем заработать на IDO в будущем после листинга, сколько даст иксов данный проект. На этом у меня все, друзья, всем, конечно же, профита, пока-пока.